забыл пароль и не можешь его вспомнить, не можешь его поменять, телефон заблокировался, не переживай. Все, что тебе нужно, это прийти к нам. Или ты можешь сделать это сам. Понадобится телефон, ноутбук или ПК с программой iTunes, оригинальный кабель Lightning. Подключаем USB-компьютер. Вводим телефон в режим восстановления. На каждой модели будет по-разному. На каждую модель режим DFU оставлю под этим видео. У нас, к примеру, 6S. На данной модели мы зажимаем кнопку Home примерно вот пока телефон не включен. Параллельно мы вставляем Lightning в телефон. Держим, держим. Высветится либо значок iTunes, либо значок ноутбука. Это значит, что телефон нужно подключить к iTunes. Далее iTunes увидел устройство. Нажимаем в iTunes «Проверить». Открывается окно. Возникли проблемы? Либо его обновить, либо восстановить. В данный момент нужно его восстановить, чтобы сбросить все его данные. Нажимаем «Восстановить». Нажимаем «Восстановить», «Обновить». Остается только ждать. Вернемся через 20 минут. Восстановление телефона закончено, остается ждать перезагрузки. Перепрошивка телефона завершена. В принципе, можно отключать его от зарядки. Телефон полностью сброшен. Очень важный фактор. Если у вас в вашем Apple ID iCloud была включена функция «Найти iPhone», скорее всего, здесь будет блокировка активации. Здесь ее не было, поэтому просто пропускаем и все. Смотрите, после полной перепрошивки у вас сбрасываются все данные. Чтобы восстановить данные, есть три способа. Первый способ – восстановить их из копии iCloud. Если вы делали резервную копию в облако, она там хранится. Второе – вы можете восстановить с ПК либо с Windows. Восстановить с ПК либо с Windows – это что значит? Что вы в программе iTunes через Lightning делали резервную копию вашего телефона. Если не делали, третий вариант. Вы можете просто, не переносить данные, зайти в ваш iCloud, и у вас подтянутся данные, которые были в облаке. Это, возможно, контакты, заметки и так далее. Проблемы мы устранили. Но, друзья, будьте готовы к тому, что вы потеряете свои данные, если вы не делали резервную копию в iCloud или в iTunes. Всем спасибо, до встречи!